друзья, на этой неделе я нашел в своем компьютере новую игру. Она не так занимательна, как стрелялка или солитер, но тоже заслуживает внимания. Итак, я сейчас запускаю в своем компьютере игру. Эта игра у нас называется калькулятор. Вы выбираете объект, потом вы выбираете бинокль и ставите рядом значок, обозначающий сокровище. Но будьте осторожны, когда вы доберетесь до сокровищ, на экране появится змей. Но бояться не стоит, вы можете выбрать топор, или лук, или стрелу и убить его. Вот что получится. Эй, у меня отличный результат! Критики заслуживает то, что нет женских персонажей, но мужских тоже нет, так что ничего страшного. Некоторые команды могут затормозить компьютер. Например, сочетание стрелы с шариком. Вот результат. В общем, неплохая игра. 4 балла. Поиграем еще?